Вот наши дежурные сапоги. Без резиновых сапог в подвал 18-го дома по улице Клары Цеткин лучше не заходить. В воздухе смешались запахи хлора и нечистот, а под ногами хлюпает в лужах грязь. Как говорят местные жители, это сейчас здесь можно ходить, а совсем недавно вода из засоренной трубы поднималась до колена. И через эту заглушку вода вот. Вот тут вода была, вот сколько было воды вот здесь. Вот было. Вот до сюда вода была. Основная проблема, по мнению жильцов, неправильный наклон канализационной трубы, из-за чего сточные воды уходят в коллектор с трудом. И если появляется хоть малейший засор, то все содержимое выливается в подвал. Опять что-то кинут, может быть, такое вот. И опять забит, потому что уклона нет. Первые жильцы в девятиэтажку въехали в 1997 году. Петр Долгополов и Ильгиз Музафаров живут в ней с первых дней. И за 23 года на их памяти капитального ремонта коммуникаций не было. Мешает людям не столько вода, сколько запах. Вот запах прямо до пятого этажа поднимается ночью, когда ветра нет. Вы бы здесь не устояли, если бы вот они не насыпали хлор. Вы бы здесь не могли устоять. Тут все дети убегают с этого места. Ясность в вопрос могут внести только представители управляющей компании. Заявки отрабатываются, сантехники в подвал спускаются и трубы прочищают. Однако через неделю-другую ситуация повторяется. Во время отработки последней заявки коммунальщики прочистили канализационные колодцы. Действительно, обращение поступило от жителей дома 18 по улице Клара Цеткина. Заявка сразу оперативно была передана АО «Водоканал», после чего были прочищены колодцы 1-2 подъезда. После проведенных работ была произведена обработка подвала, дезинфекция подтопленных мест. Также представители Альянса обращают внимание жильцов, что сточные трубы нужно использовать по назначению, а не в качестве урны. Убедительная просьба жителей, пожалуйста, не бросать никакой иной мусор, средства гигиены. Это тоже вызывает все подтопления. И забиваются у нас и коллекторы, и подвальных помещений канализационные трубы. Тимур Туманов, Альметьевск ТВ.